Кристина Дудина – актриса Московского театра мюзикла. В театральных кругах ее называют «принцессой мюзикла». Марьяна Лемешко – актриса Московского структурного подразделения Театра Моссовета «Мост». Екатерина Козеева – студентка Московского государственного института музыки имени Шнитке, хормейстер Президентской академии. А Андрей Стрельцов учится в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, стажируется в Мариинском театре. Все эти артисты – выпускники педагога детской школы искусств номер 2 Ирины Оськиной. Они соберутся вместе на одной сцене в концерте «От первого слова до первых побед». Концерт необычный будет. Он необычен только тем еще, что будут соединены три вокальных направления – манер. Первая – академическая, вторая – эстрадно-джазовая и третья – народная. Андрей Стрельцов – это академический вокал, эстрадно-джазовый – Дудина Кристина и Лемешко Марьяна и народный вокал – Екатерина Козеева. Путь в вокальное искусство у главных героев концерта был очень разный. Кто-то начинал с ансамбля «Горница», кто-то выступал в коллективе «Апрель» ДК «ВНИЕФ». По словам педагога Ирины Оськиной, главная цель концерта – познакомить саровчан с талантливыми земляками, а подрастающему поколению показать, что с помощью трудолюбия и любви к своему делу можно добиться многого. Влюбленность, усердие, трудолюбие – это вот то, что формирует и открывает дорогу в мир искусства. Это очень важно. И для меня очень важно, чтобы зритель, и я надеюсь, что молодежь придет, учащиеся различных наших школ, учреждений дополнительного образования и просто из школ своими родителями, они воочию увидят, услышат собственными глазами и ушами этих замечательных ребят. Также в концерте будут участвовать хореографический коллектив «Карусель» ДШИ номер 2. С музыкальными номерами выступят и преподаватели детской школы искусств. Концерт посвятили году педагога и наставника. Уважаемые саровчане! Я приглашаю всех 17 ноября в Дом молодежи, где состоится уникальный концерт-проект «От первого слова до первых побед» моих выпускников, замечательных, успешных артистов театра и сцены. Концерт состоится в 18 часов для зрителей старше 6 лет. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.